Всем привет, это Сами с Усами. И мы будем ремонтировать вот такую вот детскую тачку. Купил я ее опять же на барахолке. Выглядит она вот таким вот образом. Было у нее еще третье колесо, но четвертое не было вот этого крепления и колеса. Оно просто было отломлено прямо под корешок. Я подровнял, отрезал, соответственно, второе колесо. Жалко, у меня не было комплекта. Вот такую вещь многие бы выкинули, да, допустим, если сломалась. Уже играть никак. Но Сами с Усами выйдет из этой ситуации, как всегда. Что мы делаем? Я взял... У меня, к сожалению, была радиоуправляемая модель только с тремя колесами. Четвертого у меня не было, поэтому я решил сделать два колеса и запаску. Диаметр у них практически совершенно одинаковый. Давайте вот так. Разница мили-мили совсем. В общем, смотрим, что сейчас будет. Крепеж идет через вот такое вот отверстие колеса. Соответственно, я засверлил вот здесь дырочки на 4. В общем, поехали крепить. Используются вот такие вот. Обязательно гайка колпачковая, чтобы не было самораскручивания. В итоге у нас получается вот такая вот тачка, джипик. Она без передней, конечно, части, но все равно смотрится довольно прикольно. Что нам нужно еще сделать? Мы поставим с вами задние фонари. У меня лежали вот такие вот совдеповские. Я уж не помню, чего не от велосипедных, кажется, этих задних фонарей старого образца, либо мопеды старые. В общем, две вот такие крышки, стекляшки. Мы их посадим на клеевой стержень, так как здесь внутри шершавое, прицепится хорошо. Зафиксируем их вот сюда и прольем чуть-чуть в углубление, то есть чтобы они не отвалились. Ну все, я приклеил, получилось вот так. Но для лучшей фиксации нужно обязательно пролить через пустоту внутрь, чтобы клеевой стержень схватился основательно, потому что если просто вот так приклеить, то оторвать его можно, в принципе, потянув сильно, или пнув, или еще что-то. А если мы прольем, создадим, в общем, проливаем пустоту. Ну и все, наша каталка закончена, получилось подобие прицепа для джипа, либо как будто джип, но без кабины. Суть данного видео заключается в том, что даже вот такая поломанная вещь может стать более креативной, более прикольной и забавной, и ваш ребенок будет отличаться от всех вообще окружающих. Всем, кому понравилось, не забывайте поставить мне лайк, конечно, подписаться на канал Сами с Усами, своими руками, будет еще много интересного. Все, всем спасибо, пока!